Но вскоре о подвижнической, равноангельской жизни преподобного стало известно в народе, и вот уже молитвенную тишину с ним делит и преподобная в будущем небольшая братья, которую он наставил пению божественного словословия, трудолюбию, посту и молитве. Предвидя свою скорую кончину, преподобный Геннадий призвал своих учеников и благословил их, и предсказал о возникновении обители. «По моем отшествии ко Господу на этом месте будет построен храм и устроена киновия, то есть общежительный тип монастыря, на спасение многих.